бренность мира узрев, горевать погоди. Верь, недаром колотится сердце в груди. Не горюй о минувшем, что было, то сплыло. Не горюй о грядущем, туман впереди. Хайом, агар зиба одам асти, хуш баш. Я баса неме, деме, нишасти, хуш баш. Хайони хама кари джахан нести аст. Пиндар, ки нести, чо хасти, хуш баш. Хайони хама кари джахан нести аст. Пиндар, ки нести. Чо хасти хуш баш? Пиндар ки нести, чо хасти хуш баш? Дни беззаботной юности были столь прекрасны, что я не замечал, как они прилетают. Мое сердце, полное любви и надежд, радостно трепетало. Увы, оно не могло знать, сколько неудач мне ожидать в будущем. Бренность мира узрев, горевать погоди. Верь, недаром колотится сердце в груди. Не горюй о минувшем, что было, то сплыло. Не горюй о грядущем, туман впереди. Да, в женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл ее великий, лишь грамотный. И не сердись на книгу. Эй, лишь грамотный и не сердись на книгу. Не так. Коль неуч, не сумел ее прочесть. Зибо? Даже книгу читаешь с ошибками. Здравствуйте. Ты со мной никогда раньше не здоровался. Я повзрослел, Зибо. Теперь тебе в кишлаке места мало стало? Что ты имеешь в виду? Люди говорят, в Душанбе едешь, в институт поступать. Это правда? Правда, еду. Удачи тебе. Зибо? Сдал. Да, и по математике тоже пятерка. Сбылась моя мечта. Равшан, передай моей маме, что ее сын поступил. Прошу, дайте мне. Люди, соблюдайте очередь. Дайте мне пройти. Братан, уступи очередь, я спешу. Дайте хлеб, пожалуйста. Дайте, я пройду. С утра уже стою в очереди. Люди, прошу вас, соблюдайте очередь. Какие деньги? Я же сдал все экзамены. За что платить? Принесешь $300. Зачислю тебя в институт. Только так. Мастер, по-другому не получится. Но где я найду столько денег? Где я смогу их заработать? Я пока их заработаю, будет поздно. Главное, ты найди деньги. А я об остальном сам позабочусь.
Ангур дам я бача. Ангур арзон шут. Ангур я арзон. Мархамат. Это как мы договаривались. Хорошо. Спасибо. Удачи. Всего доброго. Пожалуйста, попробуйте виноград. Сладкий, как мед. Продам дешево. Вот, пожалуйста, сестренка. На здоровье. Держи, спасибо тебе. Подходите. Вкусный виноград из самого Ригара. А вот и картошка. Я пошел. Что-то сегодня не везет. Хорошего вечера. Сладкий виноград. Командир, сладкий виноград. Заберу пацанам 200 грамм винограда. Ты не против? Я думаю, у тебя действительно сладкий виноград. Иди гуляй. Золотые. Очень вкусно. Приятного аппетита. Работай здесь. Зачем тебе ехать в Россию? Не получается здесь нормально зарабатывать. Я должен накопить на учебу и женитьбу. Здесь мне придется 100 лет работать, чтобы заработать на все это. Это все-таки чужбина, сынок. Не торопись с решением. Здесь надо очень хорошо подумать. Я надеюсь, твое решение будет очень взвешенным, сынок. Я много думал над этим, мама. Так ты же торгуешь здесь. Это мелочь. В России совсем другие заработки. Что вам в этой России? Медом намазано. У меня получится. Благословите меня, мама. Я поеду в Россию. Моим первым большим разочарованием в жизни стало то, что, сдав все экзамены, я не смог поступить в институт. Студентами стали те, у кого были деньги. Трудно было выдержать этот удар судьбы. Тогда впервые задумался о том, чтобы покинуть родину. Что ждало меня впереди? Некие сдвоенные чувства восторга и тревоги поселились в моей груди. Я принял решение. Я должен ехать в Россию. Не отговаривайте меня. Я пришла не отговаривать тебя. Я вижу. Я чувствую. Ты стал настоящим мужчиной. Ты принял самостоятельное решение. И я, как твоя мать, всецело поддерживаю тебя. И даю тебе свое благословение. У тебя все получится, сынок. Спасибо, мамочка.
Ну, давай. Где твоя карта? Вот. Давай следующую. Эй, профессор, хватит читать. Присоединяйся к нам. Там, куда ты едешь, книги тебе не понадобятся. Ты прав. Ты знаешь все, да? Ты молодец. Да, я все знаю. Давай, брат, если что, я всегда с тобой. Удачи. Хорошо, спасибо. День добрый. Здравствуйте. Документики Здравствуйте. Предъявите. А регистрация где? Регистрация где? Я только что приехал. Тебя на русском спрашивают. Нелегал? Я сейчас так, гражданин, поезда... пройдемте в отделение. Пойдем с нами. Разберемся. Короче, или ты сейчас платишь штраф на месте, или мы тебя ведем в отделение. И будет очень плохо. С приездом. Давлатов, правильно? Да, да. 309 номер, это третий этаж направо. Приятного отдыха. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Чем могу помочь? Работа нужна, работа. Работы нет, не сезон, извините. Спасибо.
А ты куда грузишь, а? Куда грузишь? Иди к чертовой бабушке! Ё-моё, все должно быть по плану, утвержденный план. Серега! Ты получил газ для палубки? Здравствуйте. Здорово. Мне нужна работа. Работа? Ага. На кране умеешь работать? Нет. Тогда нет работы. Иди, иди отсюда. Мне и говорит. О, смотри. Лёха, эй! Его спроси. Спички есть? Огонь! Не понял, что ли? На свадьбе спроси. Я кому обращаюсь? Э! Чурка! О! Походу, пару спроси. Смотри на него. Что ты сказал? Поехали. Серьезно он. Сейчас повеселимся. Че, не слышал, что ли? Я сказал, что ты чурка. Ох ты! Ой, там держи его! Носи его, пацаны! На тебе, урод! Еще огрызается, смотри на него, на тебе! Получай, чурка вонючая! Вали к себе на родину, вонючка! Не ты! Валим, пацаны! Валим! А ну стой! Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы помните, что до 12 вам нужно либо доплатить, либо выселиться из гостиницы? Хорошо. Уже и без 10:12. Да, хорошо. Спасибо. Угу. 11 безрезультативных дней поисков работы в огромном городе. Я не нашел ни одного знакомого, который бы мне помог. Здесь каждый думает лишь о себе. Наконец я решил, что если сегодня найду работу, то вернусь на родину. Итак, последние усилия. Пойдем. Вон он.
тебе грузчик нужен. Куда? Забирай. Иди. Рахмат. Спасибо, брат! Салам алейкум. Таджик? Да. Работа есть, да? Короче, дело такое. Грузовая 20, «Газель» 10. Есть за что переодеться? Рабочая одежда есть у тебя? Сейчас. Тебе работа нужна? Да. Ну давай за мной идем. Что там? Давайте отсюда. Уберите это все. Пятую. Ага. 24. Забери. Давай, следующий. Сюда. Завтра в 7 утра будь здесь. Без опозданий. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Держите. Угу. Спасибо. Газеты, газетки. Свеженькие, сегодняшние. Газетки. Ну, сынок. Береги свои вещи, тут разные люди ходят. Спасибо, Рахмат. Тетушка. Спасибо. Не спи. Будь здоров. Ты, наверное, голодный. Кушай. Я сама готовила. Спасибо. Здоровье. Газетки, газетки, газетки. Сай. Все это. Вон туда. Ага. Давай, давай. Встань. Mm-hmm.
код написал? Видит число неправильно. Ну. Виталий. Здравствуйте, тетя Мунавара. Здравствуй. Шурпу хочешь? Конечно, тетушка. Очень вкусно. Замечательно. На здоровье, дорогой. Пусть ручки нашей тетушки никогда не болят. Держи. Спасибо, тетя Мунавара. На здоровье. А можно хлеба? Да, конечно. Штраф 84 рубля. Деньги нет. Деньги нет? Нет. Пиши здесь. Нет денег на штраф. А вот здесь распишись. Иди сюда. На месте. Прямо.
Прямо. Вот так, 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 а это вот так. Пацаны, минуточку внимания. Ой, я шайтон. Давай. Так, ну-ка иди сюда. Давай, говорю. Фанат. Ты что делаешь? Теперь моя очередь. Больно же. Ну-ка давай. На. Так, ну что такое вообще? Да вот так вот. Молодец, мужик. Давай, сейчас, да, сейчас, еще раз, сыграем. Давай. Давай. Так, тихо, кино играем. Опа. Я готов. Майку разбирай. Ай, руку, руку, руку сломаешь. Руку, руку. Дай сюда. Че там? Давай, все, не. А мне? Обойдешься, понял? Так, это тебе. О. Это тебе. Как мамка напекла. Тебе. А это тебе. Пожалуйста, берите. Гирит, гирит. У нас, знаете, всех самый лучший шашлык. Спасибо. Угу. Да ладно ты. Ну что, продолжим? Перекинемся? Давай, давай. Давай, давай, давай. Я вижу, ты парень добрый. Трудно тебе здесь придется. Трудно, говорю, будет тут тебе. Всегда и везде нужно оставаться человеком. Я не понимаю. Не надо понимать, надо кушать. Вы уже 2 дня ничего не ели. Ну, да блин, давай, давай, сюда. На! Я говорю вам. Чё, пацаны? Чё, сказал, иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Ружка, давай, давай, давай. Сюда, подожди. Купата, сметана. Стоять! Ах ты, я тебе сказал, прекрати! Ползлись по шконкам! По углам животное! Ну, ты куда ты полез? А ну, прекратить бесчинство! Так, чего-чего-чего? Так, кто тут у нас такой борзый? Что ты сказал? Беспредел кончай, говорю. Макс, Макс, лучше не надо, потом, потом объясню. Потом объясню. Пойдем, 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 пойдем. Тишину поймали все. Никак не могу привыкнуть к бесчеловечности. Вот. Посмотри на... Ребят. Смотри, какие они все разные. Они из разных стран бывшего Союза. Что их объединяет? Они все сюда приехали не из-за хорошей жизни. Наоборот, за хорошей жизнью. За вот этим... материальным благосостоянием. Да ничего плохого нет в хорошей жизни. Но главное, ты, парень-то, смотрю, правильный. Ты постарайся не растерять душу свою. Понятно? Ладно. Поймешь. Придет время, все сам поймешь. Главное, не потеряй душу. И помни, ничего не вернешь. Ладно.
сплю. Я... Держи, доченька. Спасибо. Стой! Стой! Милиция! Милиция! Уходи! Уходи! Цены вывесили. Да что это такое? И убираться перестали. Сегодня обязательно позвоню в ЖЭК. Ты кто? Я кого спрашиваю? Что ты тут делаешь? Я здесь место. Давай убирайся отсюда. Что тебе здесь, общежитие, что ли? Давай, давай. Кому я говорю? Ох, сейчас милицию позову. Хорошо. Устроили тут. Ночлежку. Рафта, проваливай, проваливай отсюда. Иду уже. Еще бурчит тут всякое. Житья от них никакого. Доброе утро. Здравствуй, дорогой. О Всевышний. О Всевышний. Я нахожусь в всемогущем состоянии. Я нахожусь в печальном состоянии. Только ты знаешь и ведаешь о моем положении. Пожалуйста, не дай мне потеряться в этом мире. Кроме тебя, мне не у кого просить помощи в этом жестоком мире. Веди меня по праведному пути. Дай мне мудрости осознать происходящее.
Этот миг я никогда не забуду. Мне не верилось, но это происходило наяву. К моей подошве прилипли деньги. В душе моей просветлело. Я словно заново родился. Это было волшебство. Божественное провидение. Именно там я тогда уверовал, что эти деньги, неспосланные мне свыше, станут основой моего будущего благосостояния. Начиная с этого дня, моя жизнь круто изменилась. Пригодился и мой предыдущий опыт. Я понял, что каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается. Саид, где твоя одежда? Спасибо тебе. Что случилось? Я больше не буду работать грузчиком. А кем ты тогда будешь работать? Пока не знаю. Но точно не грузчиком. Спасибо за все, брат. До свидания. Сай! Эй! Приходите еще. Да, спасибо. Спасибо. И почем у вас сильно? А, извините, а здесь оптом. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Подходим, покупаем зелень, петрушка, укроп, все свежее, кукуруза, редиска. Пожалуйста, свежий зелень на 45 рублей. Почем? Хорошая зелень, 35 рублей. Пожалуйста, свежий зелень. Женщина, хорошая зелень. Пожалуйста, 45 рублей. Вот. Пожалуйста. Это вам. Спасибо. Ага. А что вам? Мне вот это. Ага. Сама выберу. А вам? Сколько? Мне, пожалуйста, два салата, мяту. Ага. И укроп. Хорошо. Угу. Будь, пожалуйста. Держите ключи. Хорошо. Оплата ежемесячно вперед. Не задерживайте, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Один, да? Пожалуйста, свежий зелень. Свежий зелень. Пожалуйста, по 45 рублей. Пожалуйста, пожалуйста. Пичу, смотри, кто идет. Хозяин рынка. Сколько денег у него, а? Он такое тут творил. Салам. А это Магомед. Так, да. Ну что, как там у нас? Мой кореш, понял?
Ну, иди. Держись меня! Не пропадешь! Ну, красавица, садись, я тебя докину. А, давай. Свободно? Конечно, свободно. Садись. Довезу тебя с ветерком. Ну что, куда едем? Москва. Какая Москва? Москва большая так-то. Покажи Москва. Тут тебе на хорошую экскурсию бы хватило. Ладно, поехали, покажу тебе Москву. И вот теперь тяжелые дни остались позади. Всю прибыль, за исключением оборотного капитала, растрачивал в тот же день, без особых раздумий, назло бессовестным милиционерам. Я наслаждался московской жизнью, днем торговался, вечерами прохлаждался и однажды случайно оказался возле той самой скамейки. Увиденное заставило меня испытать поразительные эмоции. Я невольно вспомнил себя на этой скамье. Явственно представил тех, кто оказался в подобной ситуации. Однажды я встретил парня, мимо которого не смог пройти. У меня родилась идея, почему бы мне вместо безумных и ненужных трат не заняться благим делом? Почему бы не накормить голодного парня? Я так и сделал. Этот поступок изменил дальнейший ход моей судьбы. Все правильно, да? Да, правильно. Саид? Да. Мне нужно с тобой поговорить. Иди за мной. Идем. Все, не люди повторяют. Я это...